Всем привет! Сегодня у нас будут оригами животные. И на этот раз это будет кот. Вот такой будет красивый кот. Вот так этот кот выглядит с другой стороны. Давайте мы этого милого котенка будем делать вместе. Чтобы сделать кота из бумаги, берем квадратный лист размером 15 на 15 сантиметров. Берем лист, складываем его на бок вдвое. Раскладываем обратно. В другую сторону складываем лист вдвое. Загибаем лист вниз по центральной линии. С другой стороны делаем то же самое. Переворачиваем обратно. Складываем лист на бок вдвое. Наводим лист. Поднимаем лист вверх, расширяем середину и сверху придавливаем. Переворачиваем на другую сторону. Переворачиваем лист на другую сторону. Наводим лист. Поднимаем вверх, расширяем середину. И сверху придавливаем. Берем сверху уголок и загибаем его вниз к началу листа. Наводим. Переворачиваем обратно. Теперь по линии поднимаем верхний лист. И боковую сторону загибаем к центральной линии. И с другой стороны загибаем боковую сторону к центральной линии. Опускаем лист и все наводим. Возле начала верхнего листа переворачиваем уголок вверх. С другой стороны возле листа переворачиваем лист. Уголок загибаем вниз к нижнему уголку. И с другой стороны уголок загибаем вниз к нижнему уголку. Переворачиваем листы. И снова переворачиваем листы. Вот у нас линия. По этой линии поднимаем верхний лист. И снизу придавливаем. Собираем лист и опускаем. Снова по линии поднимаем лист, придавливаем, собираем лист и опускаем. Переворачиваем на другую сторону, переворачиваем лист. И уголок загибаем к линии. Переворачиваем обратно. С другой стороны переворачиваем лист. И уголок загибаем к линии.
и переворачиваем обратно. Все наведем. Переворачиваем на другую сторону. Развернем лист. Берем вот этот лист и загибаем его на бок, к началу боковой стороны. Наводим. С другой стороны делаем так же. Наведем лист. Переворачиваем обратно с обеих сторон. Вот у нас линия, и вот она начинается возле начала верхнего листа. Теперь от этого места, от линии и к боковому уголку загибаем лист на бок. Начинаем от линии и продолжаем к боковому уголку. Наведем. Так, загнули лист от начала линии и к боковому уголку. И с другой стороны делаем так же. От линии к боковому уголку загибаем лист на бок. Загнули лист. И наводим. Так, снова загнули от линии и к боковому уголку. Переворачиваем листы. С одной стороны и с другой стороны. Переворачиваем на другую сторону. И у нас получается вот такой код. Теперь кота нужно разрисовать. Для того, чтобы кота разрисовать, берем фломастер и рисуем коту глаза, нос, рот и усы. Теперь кот уже полностью готов. Кому видео понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч в наших новых видео.